попробую записать. Ой, блин. Охрененно, 60 FPS спокойно тянет запись. Вот этих аккуратно, они огненно взрываются. Вот, он сломался теперь. Туда не пройдешь, там. Почему не пройдешь? Да, тут... Нет, я говорю, через машину не припрыгнешь. Там специально так сделано. О, это автомат нормальный. О! У меня точно такой же. А, не, не такой. Все, побежали опять туда. У меня, короче, охрененно два автоматика. Пошли, пошли, короче. На полянке самое оно. Двоих. Я таких на завтрак. Слушай, смотри, давай толпу чуть-чуть соберем. Ой, а. Давай, давай. Видели, как я это сделал? Просто смотри, когда 4 на тебя бежит, он сразу 4 убивает. Офигенно. Он нам сигналит. Он уже кружок сделал, засранец. Позволь, я почешу. Немного фокстрот открыть. Охрененно, это зомби-футбол. Ни хрена себе, уже волну отыграли. Да. Ой, угар. Главное, чтобы пули были, потому что зомби, когда более сильные становятся, и на них все больше и больше надо пуль. Так. Лена пишет, что ей жалко Фила. А? Лена пишет, что ей жалко Фила. Ой, да ладно. У меня сейчас щит сломается. Провернуть до щелчка. Блин, они офигели. Они ломают наши генераторы. Да пусть, они нам не нужны. Блин, у меня щит сломался. Я тоже. О, патроны. Максимум патронов! Напилась, как клещ. Ты слышала, что у меня персонаж говорит? Что? Напилась, как клещ, говорит. Тихо-тихо, отойди, а то раздавит. Ему в башню туда пострелять. А на нем поехать можно? Может, поехали? А ты там сдохнешь. Блин, это что такое? Мы что, просрали, что ли? Почему сдохнем? А там просто будет такой момент, когда до хрена зомби лезет, а тебе нечем отбиться будет. А. Назад! Или я снова тебя яичков! Сэмюэл прислал тебе счет! Так, чисточка продолжается. Да ты лучше сюда иди, потому что там опасно. Блин, блин, у меня щит сломался. Я говорю, его надо экономить. Ой, блин, надо за щитом по-быстрому. Да ты главное в западню там не попади, потому что там, если они забегут, то там не выйдешь уже. Нормально. Позволь, я почешу. О, нормально. Смотри, что у меня щита осталось, смотри. Угу. Его, кстати, поставить можно. Офигенно. На какую кнопку? Да просто огонь жмешь. На, продолжим. Ух ты! Что бы это ни было, оно тяжелое. О, у меня кончился щит, надо быстрее. О. Слушай, я его еле успел взять. Они там? Да. Да их там до хрена. О!
Сейчас можешь пистолет взять какой-нибудь. Главное, отбегай в одну сторону. О, сразу полетели в угар. Это круче. Хороший щит. Да. Написано, связь прервана. Алло. Ну что ж ты будешь делать?